Ми продовжуємо наш ефір. Спасибі, що ви з сайтом «Обозріватель.UA», з каналом «Воз ТВ», з нами і з колегами з сайту. І от ми говоримо про те, як зустрічали наших героїв з полону, які пробули там по-різному. Хто навіть тисячу днів, понад тисячу днів перебувати в полоні бойовиків і не мати змоги навіть спілкуватися зі своїми рідними. Коментарі близьких про це ми вже чули, так? І зараз збираємо коментарі людей, які розтрактують, а що ж буде далі з тими, кого ми віддали, власне. От Павло Леснянський, правозахисник, з нами зараз на зв'язку. Пане Павло, вітаємо вас. Вітаємо. Скажіть, а от ми чули ж заяву президента про те, що жодного росіянина ми не віддали, не обмінювали, так? Але да. Виходить так, що міняли ми фактично українців на українців, тих, які вирішили жити там, на окупованій території. Чи можемо ми тепер говорити про те, що ця амністія, ну, дійсно, повторно ж не судять за один і той самий злочин, так? Тобто їх пробачили, і не виключено, що вони знову можуть воювати на боці бойовиків і знову якісь вчинити протизаконні дії? Звісно, гарантії ні, звісно, є така вероятність. Ну, ви знаєте, я вчора присутствував на обміні, я бачив. Ну, во-первых, я видел как бы о том, что я видел сепаратистов, которые вот которых привезли на обмен. Я видел в их глазах усталость. То есть они как бы. Я считаю, что то, что они прошли, и вот этот вот поворот, да, в их жизни, безусловно, хороший, он на них повлияет в положительную сторону. Конечно, я не могу там ручаться за всех и давать гарантии, что нет, они отойдут от своих идеологий. Но я надеюсь, что как минимум они вернутся к нормальной жизни и больше не будут брать в руки оружие и вести какую-то подрывную деятельность против своего родного государства, против своей родной страны. Пане Павле, а показовим, напевно, можна сприймати той момент, от ми бачимо ці кадри, кого як везли на обмін, так? Україна, офіційна влада України везла в комфортних, звісно, так, в цих автобусах, які ми бачимо, так? А наших в автозаках. От є, наскільки це такий, знаєте, знак чи меседж для наших європейських партнерів, те, як Росія опікується людьми? Смотрите, я вот, ну, это очень хороший вопрос, ведь надо смотреть глубже, не только в автозаках их везли, а где их держали, так, и кому из них был доступ. Потому что я не раз общался с международными партнерами, международными организациями, да, как правозащитник, и я говорил о том, что у нас на Украине есть доступ к местам лишения свободы ко всем. Вот даже я, как правозащитник, могу зайти в места лишения свободы и посмотреть условия содержания военнопленных, которые были осуждены по статьям, там, сепаратизм, даже к российским могу. У меня есть доступ, даже как у правозащитника. На неподконтрольной территории, на оккупированной территории, там даже Красный Крест, вот конкретно, вот случай был, я делал заявление в Фейсбуке, в ЛНР, там нету доступа даже у Красного Креста. Буквально за день до обмена с 19-й колонии из ПКТ, это помещение камерного типа в самой колонии, в простонародье, крытая тюрьма, было поднято 3 украинских военнопленных, которые провели в этом ПКТ свыше 90 дней. Это нонсенс, это нарушение всех прав. Там больше 15 дней нельзя держать, и то, если человек сделал какое-то нарушение. Я не думаю, что они сделали какое-то нарушение, но их там держали. И, ну, их там фактически скрывали их местоположение. Никто, ни родные, ни родственники не знал, где они находятся. Да? Поэтому как бы тут надо смотреть глубже. Не то, что их везли. Понятно, что их везли в автозаках. Конечно, везли в автозаках. В Луганске не было автозаков. Павел, понимаете, мы же с вами знаем, что в Луганске не было автозаков до прихода русского мира. Прости, Господи. Не было. Не было. Не было. И автобусы, там Богдан вот эти были зеленые, ужасные, да. И я видел те автобусы большие, комфортабельные, которых везли тех людей, которые были осуждены по статьям сепаратизм, которые являются предателями, да. Соответственно, ну, конечно, это все налицо. И я вчера был, присутствовал полностью, видел на обмене, я хочу сказать, что было все организовано с украинской стороны полностью на высшем уровне. То есть приехали они, забрали чай, кофе, международные организации. Вы знаете, я вот вчера, я сам люблю покритиковать вот, ну, по каким-то вопросам украинскую власть, ну, по объективным, но вчера я действительно увидел тот результат работы, который был про
делом. Это действительно вот знаково было, потому что надо же понимать, что мы ведем войну против России, и у Украины значительно малый ресурс. И то, как вот слаженно сработали, и в том числе и омбудсмен, в том числе и Ирина Геращенко, руководство СБУ, МЧС, полиции, все международные организации. Вот вы знаете, у меня вот вчера прям такое поднятие духа было, что все-таки... Ну, мы победим, мы выиграем эту войну, мы всех наших ребят освободим. А для того, чтобы их освободить, вот я для себя принял такое решение, что мы по максимуму, как правозащитники, будем собирать данные на оккупированной территории, где наших ребят содержат. Как Павел, мы готовы вам в этом помочь, прав. обязательно в этом, да. поможем да. вам в этом деле. Благодарим вас, пожалуйста, за комментарий. Обязательно приходите к нам в гости, и с наступающими вас праздниками. І ми дякуємо також нашим глядачам за те, що залишаєтеся з нами. Бачите, в нас багато коментарів, багато сліз, емоцій та фактів. Ми про це не забуваємо. Будь ласка, повертаємося за декілька хвилин.